все фотографируют котиков. Ты дашь по башке, а? Чё, обожрать жирно? Стамбульский котяра. Всё шею тянет. Кайфует. Пойдём, погуляем. Мне, наверное, эта улица нравится. Деревянные домики, ты поэтому сюда припарабанил, да? Нет, я хочу тебе мечеть показать. Ну и улица красивая с домиками, но я хочу мечеть мою любимую показать тебе. А вот медведи есть сколько на доме. Угу. Кафе. Я лень. С крышками. Иди на сторону сними. Сейчас. Сейчас, сейчас. А что там, мечеть просто? Да. У всех в Стамбуле есть любимые места. У меня это мечеть Сулеймание. Я всегда сюда прихожу, когда бываю в Стамбуле. Мне здесь нравится. Я долго могу сидеть в мечети. Не знаю, почему это мечеть, но вот как-то я ее выбрала изначально, и мне здесь очень комфортно. После посещения мечети я всегда спускаюсь на египетский рынок. На территории мечети покоится султан Сулейман Великолепный. Позже мы подойдем, посмотрим, но, к сожалению, сегодня все закрыто. Открывается красивый вид на Босфор. Ну, теперь я знаю, какой сериал ты будешь смотреть. Да зачем он мне? Ну ладно. Вот так можно увидеть через стекло. Охранник подсказал, как можно сделать фото и видео. В середине, которая могилка, это вот Сулейман хан. Потом его, видать, братья слева-справа. А маленькие, да, это, наверное, дети, да, вообще, которые, получается, так. Тоже все султаны, но где-то маленькие. После мечети спускаемся на египетский рынок. Нужна тебе, да? Для перца иногда. Надо? Но мне нет, если тебе нужна, возьми. В общем, купили мы штуку, чтобы перец молоть. Merhaba, hoş geldiniz.
А, мы здесь вчера, кстати, были же, да? Мы пошли прямо. Там прямо не пойдем. Да-да-да, пойдем. Ну, она тяжелая, Олеж, кто будет с ней таскаться? Да, да и... Ладно, у себя купим. Кстати, здесь можно недорого пообедать, много столовых, просто небольших заведений, где чурбу продают. Каурма это. Каурма? Да. Я не люблю рынки, но когда бываю в Стамбуле, сюда захожу. Что говоришь? А, сейчас посмотрим. Вкусняшки. Вон наши любимые оливочки. Что это они готовят? Ждем балы как мег. Нам очень понравилось, как в лаваше готовят. В булке не очень, а вот в лаваше прям супер. 60 лир стоит. Иди сними, пока ты как готовишь. А я уже снимала. Я уже показывала, но еще покажу. Очень вкусно. Красивая подача, принесли шоколадку. Розовая вода, это что? С розочкой, да? Как она называется? Типа каркаде, о, вот. Вкусно пахнет. Да? О, очень. У меня же фрукты, смотри. А у Олежи там типа розочки или что-то такое плавает. Очень непонятно, но красиво. Вот кофе. Мы решили купить кофе. Смотрите, как быстро работает. Цены. Конвейер, да. Этот рынок мне нравится больше, чем Гранд Базар. Ну,
И решили купить фисташки. Я очень рада, что у нас ручная кладь. Иначе Олег Леонидович купил бы здесь все специи. Это какую-то сладость готовят. Заставил кушать бараньи кишки. Сейчас попробую. Давай я пока то пойду, покажу ему, встретимся с тобой там. Ребят, вот Надя все-таки меня заставила попробовать кукурек. Это бараньи кишки или как? Бараньи потроха в кишках. И, короче, я пробую снимать. Пока горячее. Потом расскажу. Остановись, сделай паузу. Кот, смотри, кот. Ну, что скажу. Классная вещь, очень вкусно. Смотрите, сколько там. Хорошая вещь, но кушают почему-то только ее, одни мужчины. Женщин я не видел, чтобы ели эти вещи, бараньи кишки, потроха. Мы сейчас были на Истикляле, вот на той стороне Босфора. Там 300 лир в ресторане это стоит, а здесь 40 лир на египетском рынке. Но очень вкусно. Всем мужикам рекомендую. Приятного аппетита. Вот Надя стоит рядом, балдеет от запаха, а кушать не может. Говорит, не смогу проглотить. Все, давай, пока. Мое здоровье.